Всем привет! Я хочу познакомить вас сегодня с раскладом на картах Таро, который называется «Незримый помощник». Это может быть вот помощник, дух-помощник, может быть ангел-хранитель, может быть какая-то сущность, энергия, кому как импонирует, так и называйте. А также может быть это и домовой. Так вот, в данном раскладе видно, что есть незримый помощник. И этот незримый помощник – стихия воды. Он приходит сам, его не нужно вызывать, когда возникают трудные ситуации. Действительно, такие обстоятельства, когда сложно разобраться и найти выход, и справиться с проблемой. И когда вы двигаетесь при своем развитии и движении к цели, и когда возникают серьезные помехи и всякого рода проверки, которые подкидывает та или иная ситуация, которые подкидывает Вселенная. И тогда в таких случаях незримый помощник приходит на помощь, чтобы помочь почерпнуть энергию от своих близких, например, родных, детей, внуков, людей, которые вас окружают, которым вы доверяете, которые вас любят, зарядиться от них вовремя, зарядиться позитивом от них, вовремя получить от них поддержку, нужный совет, помощь какую-то, и правильно распределить эту энергию в нужном направлении, чтобы добиться своего, добиться своей цели. Чтобы решить вопросы, а не сгореть от какой-то энергии, чтобы ситуация разрешилась, чтобы вас хватило сил, чтобы вы правильно вышли из этой ситуации победителем. Но незримый помощник в данном случае не будет помогать человеку по этому раскладу, если этот человек сам не знает, чего он хочет, если он не принимает каких-то конкретных действий, если он не ищет, не борется за решение проблем, да? Но незримому помощнику по этому раскладу разрешено не все высшими силами. Вот. Ему нельзя контролировать ситуацию и управлять жизнью человека. В особенности, если это касается материальных ценностей. Вот. А в дальнейшем, вот по этой карте, можно надеяться на помощь незримого помощника. В том случае, если человек в данном раскладе будет учиться овладевать своими эмоциями. Так как незримый помощник стихии воды, и эта карта тоже стихии воды, и она показывает, что человек должен учиться овладевать своими эмоциями, чтобы не быть уязвимым, чтобы не впадать в депрессию, а управлять своей энергией. И по данному раскладу человек должен видеть своим внутренним зрением, то есть интуитивно. Он должен учиться развивать свою интуицию. Вот. А для этого нужно открывать другим сердце для всего этого, да, и не допускать перегруженности. Это тоже очень важно. Это нужно для того, чтобы получить в дальнейшем помощь незримого помощника. Вот. И еще по данному раскладу человек может отблагодарить своего незримого помощника тем, что он будет заниматься своим саморазвитием, самопознанием, самосовершенствованием будет развиваться, будет очень-очень много трудиться, вот, и делать это с упорством, с энтузиазмом и с полной-полной отдачей себя. Вот этим он сможет отблагодарить своего незримого помощника. Вот такой расклад у меня сегодня получился, с которым я очень и очень хотела вас познакомить. Каждый человек сможет узнать, есть ли у него такой незримый помощник, ангел-хранитель или домовой, который, или какая-то энергия, да, от высших сил, которая помогает человеку, можно об этом узнать. Конечно, если такие случаи, когда и нет у человека незримого помощника. И первая карта может сразу это показать, тогда дальнейший расклад будет бесполезен. И в таком случае, если нет незримого помощника, да, то тогда вызывать его, скажем так,
тоже нельзя, потому что можно нарваться на неприятности. То есть сделать себе очень-очень большую проблему этим. До скорой встречи, пока-пока. Надеюсь, что вам понравилось.